Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Ну что, турнир закончился, Лига Мастеров, как ты видишь, 3 звезды. Забираем наши награды. Так, сюрики, Микеланджело. Так, золотые осколки и платиновые осколки. Самые то, что нам нужно. Так, здесь забираем награды и смотрим, все ли нормально. Как всегда, друзья мои, турнирная арена и испытания недоступны. Опять будет задержка. Ладно, пока давай с тобой сделаем все, что можно. Так, выпадает нам здесь хан. Ежедневки я не выполнял, поэтому они у нас есть. Так, пробежимся по серии испытаний, друзья мои. Раз. Да зачем мне Рафаэль здесь нужен? Давай, раз, два, три. Вот так сделаем. И, наверное, Лео возьму. Да, так будет сподручнее. Друзья, вы потом напишите в комментариях, у вас так же было? Или только у меня так с начала игры начинается, блин, с отстоя, с полного. Так, ну-ка, зэк, давай-ка я тебе шваркну, ага. Шваркнул называется. Смотри, 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 заблокировал. Я, блин, как раз хотел хильнуться за счет Леонардо. Фига они тут. Жуки навозные, они взяли и просто заблокировали мне Армагона и заблокировали мне Леонардо. Нормально? Вот фуфлагонщики, а. Так, ладно, сейчас мы этого уложим, баньки. Так, ну а вот и остальная шайка-лейка, команда называется Гуфи. Поехали, на. Расстреливай их, Ванек, расстреливай. Все, полегли. Ну что же, мы тогда спокойные и довольные двигаемся дальше. Блин, ну а что такое, ребят, почему? Почему недоступно? А? Ну как так-то? Кстати, ты заметил, что сегодня откат был не в 3 и не в 2, а аж в 5 часов, ребята. У меня в 5 часов был откат игры. Это что такое? Я не понял. Раньше такого не было. Так, теперь, значит, что нам нужно? Сразиться в сложных, там, в боях, в легких. А, давай идем сюда. Где наш слэш? Вот он. Так, слэш, подожди, что я делаю-то? Какой новый уровень? Мне нужно искать детали. Так, три геймпада для начала нужно найти. Так, ну что, два найдено, два геймпада есть. Сейчас попробуем выудить третий. Так, это джойстик, это не то. Так, вот, три геймпада, ребята. Далее, что у нас там идет? Восемь фонарей. Раз, два. Так, два пока фонаря. Да ё-моё, ну давай ты этот мутаген. Зачем он мне нужен? Он мне сейчас не нужен в данный момент. Мне нужны фонари. Так, это третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И последний, пожалуйста, фонарик мне дайте. Есть. Так, 8 фонарей мы тоже нашли. Получается, нам нужно будет еще найти 10 ящиков с инструментами. 10 ящиков с инструментами. А мутагена по-прежнему не хватает. 21 тысяча, да? Нужно нам 23, по-моему. Так, с 23. У нас тут идут осколки. Приключения, смятение из другого измерения. Так они нам не дадут здесь ничего в данный момент. Так, поднять. Ну что, придется-то поднимать, ребята, какому-то слабачку. Раз такое дело. Так, навыки. Давай сделаем Леонардо. И здесь забираем с тобой ежедневки. Так, вроде бы все, ребята. Так, я сейчас посмотрю, у нас есть ли реклама. Реклама есть. Ребят, ну что, я тогда ненадолго делаю перерыв и ждем, когда все-таки обновится. Я думаю, что в течение часа, наверное, все-таки все исправит. Так, ну что, друзья, я смотрю, починили вроде турнирную арену, но испытания до сих пор нету. Но, в принципе, мне и нужна только лишь сегодня турнирная арена. Это самое главное для меня, поэтому поехали. Так, я хочу найти 11-11. Слушай, что-то долго, кстати, ищет. Ищет, ребята, долго противников. Мне это не нравится.
Так, ну что же, ладно, давай, поехали. Раз, два, три. Сейчас мы будем тут расколбашивать. Ну, сегодня отыграем главную турнирку, да, а уже завтра будем проходить события. Нам какая разница-то, господи. Так, игра у меня вылетела, я сейчас посмотрю, с чем это связано. Нет, испытания не добавили. Испытания не добавили, а команда у меня отыгралась. Блин, зашибись. Зашибись, команда, значит, у меня отыгралась, а мне не засчитали этот поединок. Прикинь? Вот они, охламоны, а. Ну, это специально, друзья мои, сделано. Я говорю, игра дает потихоньку сбои. Тут уже ничего не попишешь, ничего не поделаешь. Это плохо. Вот, кстати, в Юрском парке такая же, ребята, происходит. Тебя из поединка выкидывает. А, нет, смотри-ка, защит... Блин, подожди, засчитался или нет? Я сейчас пришел на Воин 2 звезды, 62-й позиции. Не, по-моему, все-таки не засчиталось. И вот это вот слишком долгое, долгий поиск, ребят, противников. Нет, это плохо кончится, я тебе говорю. Либо она сейчас будет вылетать. Ладно, мне бы просто отыграть хотя бы. Хотя бы отыграть арену и все. И пускай дальше хоть трава не расти. Да ведь, ребят? Так, ну что, мои маленькие маузеры. Так, шикарненько. Они бомбанули. Так, идеальная победа. Двигаемся далее. Так, ну вот мы уже на Воин 3 звезды, 71-я позиция. Так, и сейчас я хочу, наверное, получить... Вот, 12-13, как раз хотел сказать, и уже они сразу мне сами и дали. Раз, два, три, четыре, 56-й уровень против 22-х. У нас это не смущает вообще нисколечко, друзья, вообще не на йоту, поэтому давай-ка влуплять по полной программе. Ебой, как говорится, да? Отлично. Так, куда мы сейчас перейдем, интересно? Да, прикинь, мы уже в элите. 68-я позиция. Это мы пролетели с тобой даже больше, чем 100 ступенек. Шикарно. Опа. Опачки, опапулечки. 12-14. Раз, два, три, четыре. Но до сих пор еще пока 4 персонажа. Ничего страшного. Ничего, ребята, страшного в этом нету. Так, давай, кабаны, работаем, братья, на. Давай валуном. Тыч. Только я представляю, сколько у него мощи, если он вырвал кусок асфальта или, я не знаю, кусок бетонной земли. То есть он кусок дороги вырвал и просто бросил его в противника. Представляешь, сколько у него дури. Так что носорог из Человека-паука просто отдыхает. Тихо в сторонке плачет от нашего носорога. Так, ну ладно, дают только 12-14 у нас здесь. Так что давай-ка мы, наверное, тогда возьмем. Раз, два, три, четыре. А, уже пять персонажей. Че я переживаю? Все, сейчас, ребят, пойдут дела у нас в гору. Ну что? Что тут у нас за абразины стоят? На! Шикарно. Получи. На, даже Кирби здесь оторвался, да? Даже Кирби, ребята, смог кого-то завалить. Хе-хе, молодец. Опачки, элитушка. Три звездушки. Так, ну что же, значит, уже, ребята, и самурайчики подоспели. Но я, если честно, сомневаюсь, что вот мы после этого поединка перейдем в самураи. Угу. Нам, скорее всего, не хватит кубков перепрыгнуть. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас мы все посмотрим, сейчас мы все увидим. Так, после этого поединка перепрыгнем все-таки или нет? Давай, добивай бомбу. А, Бакстер, наверное, выживет все-таки, да? Ну да, Бакстер выжил. Ну это так. Нюансик небольшой, поправимый, так скажем. Все, он уже отдыхает, ребят. Так, а мы... Нет, ну я тебе говорил, что не хватит. Вот буквально чуть-чуть не хватило нам с тобой перепрыгнуть. Сигануть, так сказать. Ладно, ничего страшного. Это вот только сейчас мы с тобой будем попадать в Лигу Самураев, да? Твою ж налево. Еще и в Самураях придется покривляться, чтобы дойти до Сёгунов. Да, ну слушай, ну Майки зато сразу упал от Леонардо.
Ну и Куна-Ич тоже тут неплохо себя проявил. Я, кстати, представляю, если, ребята, ей прокачать вот этот вот скилл, ее электрический вот этот разряд. Блин, я думаю, она будет врагов ушатывать только в путь. Ну что же, а вот и самурай, ребят. И 37-я позиция. То есть сразу же мы переходим на самурай. Две звезды, получается, так? Раз, два, три, четыре, пять. Ну да. Получается именно так. Вот они, супостаты, здесь стоят. Блин, что я сделал? Мне надо было Масуху врубать. Ёпрсеты, Рэй, ну ты... Ни два, ни полтора. И не добил, как говорится, и ход зря сделал. Ну ладно, хоть муха здесь погибла. Так, давай-ка вот этого Лео, наверное, вырубим. Оригинал. В плане. Ну-ка, Мондогек, давай. Чё за фигня, блин? А никакого уровня я не могу понять. Ну-ка. 42-й уровень. Нифига себе, ребята. А я сижу, у меня до сих пор в голове, что они 23-го, там, знаешь, сосунки, короче. А они уже давно 42-го, еще чуть-чуть, и они будут со мной одинакового левела. Зашибись, вот такие вот, ребята, дела. Быстро, когда идешь, ты не замечаешь, да? Вначале вроде кажется, ой, там какие-то лопушки, быстренько разбомбим. А потом хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и уже в шоке находишься, что они уже вот такого уровня. Давай попробуем найти 14-18. Вот, нашел. Так, 56-е у меня уровни. Я на всякий случай возьму вот этого вот Рафаэля, 60-го левела. Я попробую им завалить их всех. Так, шарики нет смысла, а вот понижение атаки. Да, понижение атаки — это самое то. Плюс, давай, диалоги, рыбалки, раскидывай. Так, Майки упал, не выдержал напорчика. Ах ты супостат мелкий, а? Ты посмотри, оригинал-то там. Ну, давай кофемашину, так уж и быть. Бум, у него ручка такая, да, он ручку дергает, ребята, у кофемашины. И ручка у него в руках, и там не срабатывает, происходит взрыв от перегрева, видимо, этой кофемашины. Так, ну что, до сёгунов там еще. Ну, вот, вот после этого поединка, ребята, мы уже будем с вами в первых звездочных сёгунах. А пока мы с тобой возьмем вот такую вот команду. Блин, этого Шредера, кстати, тоже бы желательно, друзья мои, прокачать. Он имеет 70-й уровень и платиновый ранг. Это немаловажно. Причем платиновый ранг он у нас получил уже, блин, при царе Горохе, по-моему, если честно. Очень давно. Так что я думаю, что он достоин прокачки, да? Да, он достоин. Ну, вначале, ребят, все-таки слэша докачаем. И, скорее всего, у нас кролики подоспеют, пока мы с тобой слэша докачаем. Ну, они подоспеют, я имею в виду по звездам, но не по платиновому рангу. Потому что до платинового ранга это нужно еще накопить осколки. А осколки мы только недавно с тобой потратили. Поэтому до платинового ранга им еще как до Китая раком. Так что, ребятушки, найдем кого-нибудь следующего персонажа, будем прокачивать его. Так, тут у нас и Рафаэль, кстати, тоже платиновый ранг имеет. Об этом тоже не стоит забывать. Так, минус Крис Брэдфорд. Так, я думаю, может быть, Кирби все-таки наказать. Давай-ка попробуем. Ах ты, жук ты навозный кирбиковский, а? Не стал, ребят, он падать. Ну, началось. Вот смотри, он две атаки наносит. Ты как-то... У меня в голове не укладывается. Две атаки он наносит, блин. Так, давай попробуем так. Бич. Видишь как? И, ребята, здесь я возьму, наверное, провокацию. Ну-ка, нафиг. Не хочу я, чтобы здесь у меня этот жук Масуха. Сразу же за Масуху пошел браться, а? Ты посмотри на него. Ну? Это ерунда. Давай тоже тогда хильнемся. От греха подальше. Мало ли там что пойдет не так и завалят нас. Вот. Минус Бакстер. Так, Майки тут выпендривается. Давай кулаком по нему. Ой. Блин, я смотрю туда. Ладно, валуном тогда добьем. Офигеть, ты видел? Он валун башкой, ребята, просто подкидывает. И головой его, как футбольный мяч. Это ж сколько... Я не понимаю, ребят, сколько... Как надо быть? Я такое видел только в этих... В китайских фильмах. И в индийских, ё-моё. Когда головой можно валуны такие гигантские отбивать, не повредив себе ничего. Так, прогрузился. Я уже думал, что все зависло. Да ладно. Блин.
Даже до Сёгуна не добрались. Ну что за дела, ребята? Ну, ну что это такое? Раз, два, три, четыре, пять. Даже до Сёгунов не добрались, блин. Ладно, ладно. Это у нас будет проходящий поединок. Ну что, давай со всех массух начнем бомбить сразу же. Так, паук сейчас или кто? Да, паук с паутинкой своей. И добивка. Вот и все. Вот и дела с концами. Так, сейчас мы переходим с тобой на Сёгуны. 52 место, что немаловажно. Так, попробуем 15-20 найти. Так, стоп. Нашел 15-20. Берем кожеголового. Раз, два, три, четыре. Сейчас кожеголовой своей крутилочкой. Пиу, как в кеглях. Знаешь, это в боулинг, точнее, в боулинг. Когда играешь, бросаешь шар и кегли сбиваешь. Вот сейчас он так же поступит. Бамс, и упали кегли. Все, ребят, отлично. Так, ну что ж, двигаемся далее тогда. Получается, у нас тут чуть-чуть, буквально какой-то мизерочек не хватило, чтобы нам перейти в следующий ранг. Ладно, я не переживаю, у нас пошли в основном топовые бойцы, так что что тут грустить. Сейчас железноголовый, плюс кто у меня там? Железноголовый, наверное, только я могу отметить его по силе. Ну, возьмем провокацию на Рокзара. Крик души от змеи Карай. Дальше мы сделаем с тобой вот так вот, Ваню. Оп, уложим баньки. Также я, наверное, думаю, что надо Рафаэльчика уложить баньки. Угу, чтобы он тут не хилял. И, наверное, остальных тоже баньки спать. Все, ребят. Быстрый-быстрый поединок. А главное знать, кого бомбить в первую очередь и во вторую. Ну, а вот и Сёгуны. Две звездочки, как я вам говорил. Кстати, на этой неделе у нас разыгрывается, ребята, Кейси Джонс фильм. Ну, я думаю, многие, наверное, увидели уже. Так что про него я вам скажу, ребят, ну... Посредственный персонаж, посредственный. Нет у него ни одной массовой атаки, к сожалению, ребята. Ну и я бы, наверное, на него все-таки больших надежд бы не накладывал, понимаете, ребята. То, что, ну, что вот первый Кейси Джонс, да, вот этот вот мультяшный, что Кейси Джонс фильм, они практически похожи. Удар этой клюшкой, бомбочка какая-то нелепая. Ну, такое себе удовольствие. Вот серьезно, ребят. Так что даже не заморачивайтесь. Ну, получите. Даже если не получите, ничего страшного не будет в этом, поверьте мне. Просто так, для коллекции, если, то да. А куда-то с ним идти, вы хоть раз видели, чтобы я брал в какие-то походы Кейси Джонс фильм? Нет, конечно. Потому что он того не стоит. Так, друзья, ну что, до Лиги Сёгунов 3 звезды мы с вами добрались. И у нас, по-моему, там остается на последний поединок бойцов. Да, на последний поединок нас шкребли, так сказать. И сейчас мы его с вами проведем. Так, командочка готова, поехали. Ничего себе, ну-ка. Бамс, все, все, ребятушки, по красоте. 5 баллов даю этому поединку. Ну что, вот, в принципе, друзья, и на сегодня и все. Блин, 29-й, прикинь, вот еще бы, вот если бы мы с тобой первый поединок бы не сфейлили бы, мы бы 100% бы были бы сегодня в Лиге Мастеров. Вот как специально сделала игра, а? Ай, как специально, да? А испытания, ребят, до сих пор недоступны, к сожалению. Ну что ж, друзья, тогда на этом, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.